Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео я покажу вам, как я оформляю свои брови. Все вы заметили, что у меня новая форма бровей. Дело в том, что я просто начала их по-новому оформлять, самостоятельно. Все зависит от того, какой макияж у меня на лице. Если макияж более интенсивный, то брови я делаю более толще и ярче. Если макияжа минимально на моем лице, соответственно, брови становятся менее интенсивными и немножко поуже. Поэтому всем приятного просмотра. На протяжении некоторого времени я собрала отдельную мини-косметичку для бровей. В ней находится все самое необходимое. Вначале я по стандартной схеме отмечаю точками начало, изгиб, длину брови. Беру свой любимый карандаш. Карандашиком я рисую вначале тонкую линию по низу брови к изгибу и сверху брови к изгибу. Тем самым я регулирую ширину брови. Затем я карандашиком прорисовываю и заполняю пустоту. Не обращайте внимания, что присутствуют неровности. Это только начальный этап. Дальше я буду корректировать. Затем беру щеточку и обязательно смягчаю начало бровей, немного их скошиваю. Затем очень удобной скошенной кисточкой сверху на карандаш наношу тени. Обычно я использую бронзер либо тени для контурирования лица, и сверху по карандашу распределяю тени и немного смягчаю цвет карандаша. Затем при помощи корректора и специальной маленькой кисточки я прорисовываю границы и делаю четкий изгиб бровей. Не пугайтесь, я свой корректор от MAC переместила в специальный маленький контейнер, где рядышком находится пудра. Пудру я тоже использую в коррекции бровей. Корректор аккуратно наношу снизу и сверху, затем пальчиками немного вбиваю его. Таким образом можно регулировать ширину и изгиб бровей. И последний штрих, корректор я закрепляю пудрой. Друзья, брови я специально накрасила немного ярче, чтобы вам было четче видно. Хочу уточнить, что такая коррекция подойдет только тем девушкам, кого Бог не наградил шикарными густыми бровями. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.